проехали японскую. Сейчас, подожди. Проехали японскую эту. Япономатика. Кензу. Нет, Луи Виттон с этой. Я не помню, как ее зовут. Она вот сдалеке, но я ее... Короче, не успела включить камеру. Мы едем по этому, по мосту. С этой стороны. Стой. Нотр-Дам. Нотр-Дам де Пари. Людей к вечеру, да? Который горел. Сейчас вам покажу это реставрацию Нотр-Дама после пожара. Так. Я и сама близко не была. А тут сено с этой стороны. Туристов к вечеру повсюду. Я так снимаю все рывками, без этого, без монтажа, без ничего, ни времени нет, то есть столько всего происходит, поэтому сегодня видео такие прыгающие. А музычка. Сегодня такой день, солнечный. Классно просто, кайф. Слушай, а кам такой? Слушай, а он сгорел добряче, да? Ты где? Я с кем говорю? Я говорю, сгорел добряче. Нотр-Дам. Тут тоже. Тут прямо целое это. Фотогалерея. А что тут написано? Тардист? А, это какая-то, наверное, выставка, да? Короче, вот так. А, сейчас я быстро отбегу. Будет видно издалека. Видишь, полностью. О, видно, видно. О, вот так видно, да? Круто. Еще чуть покажу. Тут какая-то сцена, куча туристов. Реставрационные работы и тут, короче, вот эти фото такой, фотовыставка со всеми этими делами. И до пожара, и после пожара, и во время пожара. Короче, тут это такое ознакомительное, что с этим сооружением происходило и происходит. Мы дальше двигаемся. Куда мы сейчас идем? Куда? Ну, вот смотри, сейчас на острове, да? Не на острове.